генерал армии! Войска московского гарнизона! На парад! Построены! Генерал-лейтенант Цеков! Вольно! Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Слева! На кра!
почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя победы в Великой Отечественной войне. Восемь лет назад, весной 1945 года, под ударами Красной Армии пала столица фашистской Германии, город Берлин. В ходе боев за центр города военнослужащие 150-й Ингридской стрелковой дивизии Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантаре на куполе Рейхстага был водружен штурмовой флаг, ставший на все времена знаменем победы над поверженным фашизмом. Сегодня флаг Российской Федерации и знамя победы в руках лучших военнослужащих 154-го отдельного комендантского Преображенского полка сержантов Антона Михайлова и Дмитрия Монастырева. Возглавляют знаменные группы старшие лейтенанты Геннадий Сванков и Алексей Пасканный. Освобождавшими Украину от фашистских захватчиков, находятся их внуки и правнуки, самоотверженно сражающиеся с последователями нацистов и выполняющие задачи специальной военной операции. Это военнослужащие вооруженных сил России, бойцы добровольческих соединений, штурмовых отрядов, родители, жены, дети, солдаты, офицеров, с честью выполняющих свой воинский долг. В этом году исполняется 80 лет битве на Курской дуге, одному из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В ходе ожесточенных боев Красная Армия уничтожила 30 немецких дивизий и сорвала последнее крупное наступление немецко-фашистских войск на советско-германском фронте. Стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам. Победа на Курской дуге показала всему миру пример стойкости, массового героизма и бесстрашия советских солдат. В 1943 году в знак признания боевых заслуг и огромного вклада в дело победы над фашизмом рядового и сержантского состава Красной Армии был учрежден Орден Славы как символ преемственности традиций русского воинства и бесстрашия его солдат. Орден Славы стал самой почитаемой и уважаемой в армии и народе солдатской наградой. За годы Великой Отечественной войны орденами славы различных степеней награждено более 1 000 000 человек. Из них 2656 военнослужащих стали его полными кавалерами, в том числе 4 женщины. Парад! Смирно! Для встречи слева! На край! У! Под звуки встречного
фельдмарша, министр обороны Российской Федерации, герой России, генерал армии Сергей Шойгу направляется к центру Красной площади для принятия доклада о готовности войск московского гарнизона к параду. Встречает министра обороны главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска московского гарнизона для парада во знаменовании 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. С церемонией проведения торжественного мероприятия министр обороны и главнокомандующий сухопутными войсками начинают объезд парадных расчетов войск московского гарнизона. Сегодня в торжественном мероприятии принимают участие свыше 8 тысяч военнослужащих в составе 30 парадных расчетов, в том числе 530 участников специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков направляются к парадному строю полка сухопутных войск для приветствия слушателей Военной академии сухопутных войск, курсантов военного университета, Военной академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии и Академии войсковой ПВО. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Сухопутные войска играют важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Во все времена военнослужащие сухопутных войск были верны долгу и присяге. Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны. Личный состав войск на деле продолжает славные традиции предшественников. Успешно решает поставленные задачи в ходе специальной военной операции. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ министр! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравил парадные расчеты воздушно-космических сил и военно-морского флота России. Летчики, моряки, военнослужащие космических войск и противовоздушной обороны постоянно находятся на боевом дежурстве, обеспечивая надежную охрану воздушно-космического пространства и морских границ Российской Федерации. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Военнослужащих военной полиции, войск радиационной, химической и биологической защиты, Росгвардии и МЧС России, кремлевских курсантов.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Министр обороны поздравил с Днем Победы парадные расчеты ракетных войск стратегического назначения, воздушно-десантных войск и ФСБ России, Всероссийского казачьего общества, военнослужащих женщин, самых юных участников парада – суворовцев, нахимовцев, воспитанников Кронштадтского морского кадетского корпуса. Генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд войск и направляется к центральной трибуне для доклада президенту Российской Федерации Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона к параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Больно! Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, поздравляю вас с праздником, с Днем Победы! Праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма. Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России, нет ни дружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком. И все для того, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, свои права, правила, а по сути систему грабежа, насилия и подавления. Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы. Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам.
сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление. Откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистскую нечисть со всего мира. Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменные монеты в реализации их жестоких, корыстных планов. Для нас в России память о защитниках Отечества священна. Мы храним ее в наших сердцах. Отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств. Помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом. Убежден, опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой – это наше бесценное наследие, прочная опора. Именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому многополярному миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов. Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества независимых государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков. Они вместе сражались и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Спасибо. Уважаемые граждане России, битвы, решающие для судеб нашей Родины, всегда становились отечественными, народными и священными. Мы верны заветам предков, глубоко и ясно понимаем, что значит быть достойными высоты их ратных, трудовых и нравственных свершений. Мы гордимся участниками специальной военной операции, всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа.
На вас держится сегодня безопасность страны. От вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг. Сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья. Они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас. Товарищи, друзья, дорогие ветераны, сегодня в каждой нашей семье чествуют участников Великой Отечественной войны. Вспоминают своих родных, своих героев, возлагают цветы к воинским мемориалам. Мы с вами стоим на Красной площади, на земле, которая помнит дружинников Юрия Долгорукова и Дмитрия Донского, ополченцев Минина и Пожарского, воинов Петра Великого и Кутузова, парады 1941 и 1945 годов. Сегодня здесь участники специальной военной операции. Это кадровые военнослужащие и те, кто пополнил ряды вооруженных сил в ходе частичной мобилизации. Это бойцы луганских и донецких корпусов, многих добровольческих боевых соединений, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, других специальных служб и ведомств. Приветствую вас, друзья! Приветствую всех, кто сражается за Россию на ратном поле, кто сейчас находится на боевом посту. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию! За наши доблестные вооруженные силы! За победу! Ура! Возглавляет торжественное прохождение парадных расчетов главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков.
По традиции, первыми по Красной площади проходят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Командует парадным расчетом начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Выпускники училища вносят достойный вклад в развитие культурного и музыкального наследия России. Мимо трибун проходят знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России. Знаменные группы сопровождает почетный караул 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, представляющий три вида вооруженных сил – сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. Военнослужащие почетного караула первыми представляют страну и ее вооруженные силы при встрече глав иностранных государств, участвуют в важных протокольных и специальных мероприятиях. На марше парадный расчет Московского Суворовского военного училища под командованием полковника Игоря Якимова. 14 героев Советского Союза и Российской Федерации начинали свой воинский путь в стенах училища. На Красной площади воспитанники Тверского Суворовского военного училища, отмечающего в этом году свое 80-летие. Во главе парадного расчета полковник Сергей Кунденков. 10 выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. В площадке Красной площади парадный расчет Владивостокского Нахимовского военно-морского училища возглавляет парадный расчет капитан первого ранга Алексей Малов. В строю наследники экипажа крейсера «Варяг», моряков-тихоокеанцев, освобождавших Сахалин и Курильские острова. На Красной площади воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса во главе парадного расчета капитан первого ранга Николай Довбешко. В стенах корпуса подготовлено более 2000 выпускников, ставших флотскими офицерами. На марше слушатели Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет генерал-лейтенант Олег Цеков. Академия стала школой военного искусства для целой плеяды прославленных полководцев, командиров российской армии и других силовых ведомств. Сегодня в парадном строю Академии участники боевых действий, герои Российской Федерации Роман Черемухин, Артур Орлов и Иван Додосов. Мимо трибун проходят курсанты военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Возглавляет парадный расчет начальник университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин. В университете подготовлено свыше 200 000 специалистов военно-политической работы, военных психологов, юристов, переводчиков и военных дирижеров. Более 300 выпускников носят высокое звание Героя Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Крулева во главе парадного строя генерал-майор Игорь Горяев. Свыше 70 000 выпускников осуществляли материально-техническое обеспечение войск в ходе боевых действий. Более 100 офицеров тыла удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. 6 из них за подвиги в ходе специальной военной операции. В парадном строю курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Парадный расчет возглавляет генерал-майор Олег Егоров. В
ходе специальной военной операции артиллерийские подразделения вносят решающий вклад в достижение победы на поле боя. На марше военная академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского возглавляет парадный строй полковник Игорь Стахович. Выпускники академии успешно решают задачи по уничтожению воздушных целей, включая оперативные и тактические ракеты. На Красной площади парадный расчет военнослужащих женщин. В строю психологи и переводчики, юристы и финансовые работники, специалисты войск связи и радиационной, химической и биологической защиты. Парадный строй возглавляет майор Мария Васильева. Мимо трибун проходят офицеры и курсанты военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Во главе парадного расчета начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. Достижения выпускников академии золотыми буквами вписаны в историю России, мировой авиации и космонавтики. Более 1500 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Шестеро выпускников за личное мужество и героизм в ходе специальной военной операции удостоены звания Героя России. На марше парадный расчет военно-космической академии имени Можайского возглавляет строй начальник академии генерал-майор Анатолий Нестичук. Выпускники академии являются ведущими специалистами по управлению космическими аппаратами и контролю космического пространства. На Красной площади курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ушакова возглавляет парадный расчет начальник училища контр-адмирал Вячеслав Сытник. За 75 лет училищем подготовлено более 18 тысяч флотских офицеров. Многие из них стали командирами соединений, кораблей и подводных лодок. Мимо трибун проходят курсанты военно-морского политехнического института. Возглавляет строй начальник института капитан первого ранга Андрей Клименко. Выпускники учебного заведения являются ведущими военно-морскими инженерами. На Красной площади курсанты морского корпуса Петра Великого командует парадным расчетом начальник корпуса капитан первого ранга Олег Игнасюк. Из стен учебного заведения вышли выдающиеся адмиралы российского флота. Имена 500 выпускников увековечены на карте мирового океана. На марше парадный расчет Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во главе парадного строя начальник Академии генерал-лейтенант Игорь Афонин. Сегодня выпускники Академии управляют самыми современными стратегическими ракетными комплексами. Мимо трибун проходит парадный расчет Серпуховского филиала Академии Петра Великого. Его возглавляет генерал-майор Андрей Морозов. Из стен учебного заведения выходят командно-инженерные кадры для эксплуатации мобильных ракетных комплексов. Красной площади парадный расчет Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маркелова под командованием начальника училища полковника Руслана Евкадимова. Под девизом «Никто, кроме нас» выпускники училища доблестно защищают свою родину. Из стен училища вышло 164 героя Советского Союза и России. 29 удостоены этого звания за подвиги, совершенные в ходе специальной военной операции. На марше Московский пограничный институт ФСБ России. Парадный расчет возглавляет начальник института полковник Михаил Чепик.
выпускники института с гордостью несут звание защитника государственной границы, обеспечивая ее неприкосновенность для врагов нашей Родины. На Красной площади курсанты военной академии радиационной, химической и биологической защиты возглавляет строй начальник академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов. 21 выпускник академии за выполнение специальных задач удостоен звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. На марше военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Во главе строя командир бригады полковник Игорь Орлов. Сегодня воины-железнодорожники восстанавливают железнодорожную сеть Юга России и развивают восточный участок Байкало-Амурской магистрали. Мимо трибун проходит парадный расчет военной полиции вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет строй полковник Геннадий Макаров. Военнослужащие военной полиции успешно выполняют особые задачи в зоне специальной военной операции. На Красной площади парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России имени генерал-лейтенанта Михайлика. Возглавляет парадный расчет начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. В основе работы выпускников Академии девиз МЧС – предотвращение, спасение, помощь. На марше военнослужащие отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии России возглавляет строй командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов. Росгвардейцы с честью выполняют свой долг по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Всероссийское казачье общество на Красной площади представлено парадными расчетами казаков Кубанского войска и Всевеликого войска Донского. Возглавляет парадный строй казачий генерал Николай Долуга. Сегодня казачество – надежная опора российской государственности. Более 18 тысяч казаков-добровольцев с честью отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции. За мужество и героизм более 700 казаков награждены государственными наградами. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища, основного учебного заведения по подготовке командиров для сухопутных войск Российской Федерации. Командует парадным расчетом начальник училища генерал-майор Роман Бенюков. Осенью 41-го года на Волоколамском направлении курсанты училища ценой своей жизни остановили фашистские дивизии, неувидаемой славой вписав свои имена в оборону столицы нашей Родины. Более 100 лет в стенах училища живут и прививаются курсантам лучшие традиции российского офицера. Честь, мужество, готовность на героический поступок и самопожертвование во имя Родины. Примером этого 117 выпускников училища, достойных высокого звания Героя Советского Союза, России и социалистического труда. Музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада осуществляет сводный военный оркестр Московского гарнизона под руководством главного военного дирижера, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина. На Красной площади парадные расчеты механизированной колонны. Она включает исторические и современные образцы боевой техники, стоящие на вооружении российской армии. Открывает прохождение техники лучший средний танк Великой Отечественной войны и самый массовый танк Красной армии Т-34 под боевым знаменем 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии.
За годы войны было выпущено свыше 35 тысяч 34-х. Командует экипажем старший лейтенант Александр Воробьев. По Красной площади под знаменем 16-й гвардейской бригады специального назначения проходит колонна универсальных бронированных автомобилей многофункционального назначения «Тигр-М» СПН и многоцелевых бронеавтомобилей ВПК «Урал» с дополнительной защитой. Командует парадным расчетом лейтенант Константин Месяцев. Впервые на Красной площади представлены образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», предназначенного для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Возглавляет колонну майор Евгений Норин. На Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской новороссийской ракетной бригады. Ратные подвиги бригады отмечены 7 боевыми орденами. Сегодня личный состав бригады, как и их предшественники в годы Великой Отечественной войны, достойно выполняет поставленные боевые задачи. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. Колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 584-го гвардейского краснознаменного зенитного ракетного полка Воздушно-космических сил России. Возглавляет колонну майор Алексей Кривородько. Возможности системы позволяют выстроить эшелонированную противовоздушную оборону от любых средств воздушно-космического нападения противника. Красной площади механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета автономные пусковые установки ракетного комплекса «ЯРС» 54-й гвардейской ракетной дивизии. Командует парадным расчетом майор Магомед Суров. Сегодня ракетные соединения, вооруженные комплексами «ЯРС», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Самая совершенная система управления, мобильность, возможность скрытого развертывания позволяют комплексу «ЯРС» оставаться грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации. Завершают прохождение парадного строя боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации под командованием капитана Дмитрия Терзи. Yeah.
годовщине победы в Великой Отечественной войне завершается. Под звуки марша «Прощание славянки» оркестр покидает Красную площадь. Парад победы завершен. Да здравствует 78-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!